Так, доброе утро, дорогие студенты. Очень рада вас видеть. Сейчас мы сегодня тема занятия, значит, функции проявления в растениях функций, то есть живая математика. Обратите внимание, первое растение у нас встречается лавровый лист. Лавровый лист, сразу поясню, потому что вы садовод, вам интересно, и семечко было привезено и выращено прямо с юга. Оно прорастает, когда, вот вы видите, да, бабульки продают вот эти вот лавровые листы, а иногда с семечками. Возьмите семена, прорастают, долго прорастают, но прорастают, и вот это семя не выращено. Вот. Посмотрите внимательно, если мы обратим внимание на листики, то листы имеют, можете подойти сюда поближе, чтобы смотреть, у вас были, проходите. Смотрите, лист имеет форму эллипса, то есть если видео выражено, а вот здесь посмотрите, у вас будет длина, лист замерите, вот я, например, меряю лист у меня полностью, вот 10 сантиметров, и ширина, это максимальная, здесь замеряете, ну здесь у меня получается где-то около 4, 3,5, вот, ну около, близко к 4, 10 на 4, вот лист у меня получился, и эти цифры запоминайте, каждый может себе листик измерить, потому что каждый свою фигуру построит в виде эллипса, так, пожалуйста. Лоси, быстренько подходим, и это у нас кто-то, смотрите, лист лавровый, вы пишете, что лист лавровый. Обратите внимание, у нас есть еще шеплера. Вот, вы можете любой листик, который вам нравится. А сейчас я вам дам время, чтобы как раз измерили. И посмотрите, у шеплеры тоже, у нее розетка растет. Посмотрите, как розетка идет, и смотрите, вот прямые, пучок прямых. Y равняется kx, мы построим это. А на каждой прямой, посмотрите, идет эллипсообразный лист. И если вы также у шеплеры измерите, посмотрите, длину листа, вот у вас идет вот 6, так? И обратите внимание, ширину измерите, вот здесь идет вот 3 сантиметра, да, можете поточнее, если поточнее, у нас от нуля 2,7, вот. И вот эти вот, потом полуоси определим с вами, пополам поделим и построим, но я научу вас строить как эллипс. И построенный эллипс вы можете прийти, запомнить только лист, приложить, листы я не срываю, потому что иначе оголим растения. Вот это как раз таки у нас получится с вами лист. И обратите внимание, вот здесь фикус декоративный, но у него немножко вытянутый хвостик. Посмотрите внимательно, и этот хвостик вы, конечно, можете замерить и ширину, чтобы потом фотосинтетическую активность по площади определить и сравнить у растений. Вот у вас идет ширина, где-то 2 сантиметра, и длина. Но вот эта вытянутая хвостинка, она, конечно, погрешность будет давать. Тут 4-4,5 из-за этого хвостика. Вот. Поэтому посмотрите, зная листы, зная, какую форму они имеют, мы можем вычислить площадь, а по площади меряется фотосинтетическая активность растения. И мы можем сравнить, пока касался вот этот бафар, насколько активно растение, то есть лист растения каждого. И сравнить, значит, задание первое, фотосинтетическую активность фикуса декоративного у вас получится, шеплеры и лаврового листа. Так, у вас есть немножко время измерить каждый лавровый лист, измерьте, какой понравится у каждого, шеплеры, пожалуйста, и ну, фикуса посмотрите, потому что здесь он похож на эллипс, но не совсем. У вас получается, что для практического задания вы имеете все данные его для построения, для выполнения его. Все, вы уже сделали задание, да? Как раз, ну, все, у нас вот получается. Посмотрите внимательно, следующее у нас растение будет филадендра. У нее листы, видите, как сделаны, как сердечко оно похоже. Так вот, если вы найдете лист такой, что вот у вас будет длина, а это ширина, где будет близко, они равны, то смерите этот лист, запомните, это будет у нас линия. Мы тогда, ну, я ее кардиоида называю, в виде сердечка. А так оно будет у вас, построим ее в полярной системе координат. И расскажем как раз про систему координат. Вот, я прикладываю, смотрите, линеечку, и вы каждый листик выберите себе, и это, ну, вот здесь у меня где-то 12 получается, так? А вот здесь вот максимальную ширину, когда берете, посмотрите,
Ну вот здесь 9 получается, видите, не совсем, оно близко, но не совсем. Но там листы, где у вас будут подходить, вот большие листы, вот длина и ширина, у меня был лист, где 11-11 подходило. Вот сюда, вот это, и вот тут максимум, или близко к этому, то можете записать параметры вот эти. Вот, мы то же самое построим, есть листы, которые можно подобрать к полярной системе координат, построить и вычислить площадь аналитически. Вот, поэтому, пожалуйста, подходите, меряйте. А это пусть идет. Это вот этот лист, смотрите. Вот. Тут еще. Вот, это обмеряем листики. Вот. А тут еще посмотрим, что у нас может с вами быть. Вот здесь то же самое. Вот электрического типа можете растения. Потом, ребят, там перейдете, да, от филадендра. Вот здесь электрического типа растения можно будет снять. Здесь 3 получается ширина. А длина получается где-то 6. Поэтому да, тоже эллиптического типа. Вот это растение. Вот. Очень хорошо. Все замечательно. Так. Вот. У нас как раз с разных сторон. Вот у нас идет. Вы, да, измеряем, да, и если кто-то обратите внимание, не спешите, вы очень хорошо измеряете все. Вот. И те листы, которые у вас, смотрите, растения, которые не знаете, есть программы, можно, если у вас смартфон есть, приложить и выбрать тот лист, который действительно будет, вы измеряете все. Вот. Смотрите внимательно, листов много, но все разные растения у нас. Вот. Вы все у меня какие идете, вот растения. Все очень хорошо. Смотрите внимательно, здесь уже это фикус, естественно, такой фикус, не декоративный, может декоративный, но листья крупные. И обратите внимание, здесь прямо по классике жанра, они некоторые настолько крупненькие встречаются здесь, но, конечно, он в размерах и по фотосинтетической активности будет больше. Вот у меня даже меди где-то 16-17 здесь, а ширина будет 8. Вот. 8-16. По 8, по 4, если пополам, и 8. Вот. А потом вернемся в аудиторию, я как раз скажу, как строить. Пожалуйста, смотрите, обмеряйте листы. Вот можете и большой, вот можете то, что на лист уместится. Когда вы построите, поднесем лист и прям приложим лист к листу. А вот здесь, вот смотрите, обмеряйте. Да, все, давайте смелее, чтобы прошло. Измерили. Посмотрите внимательно. Вот. Измеряем. И потом, вот, кто измерил, уже к пальмочке отходим сюда. У нас идет. Все очень хорошо. Угу. Все, девочки. Делаю. Вот, а мы плавно будем переходить. Сейчас посмотрите вот сюда, к пальме. Смотрите внимательно. В пальме здесь, естественно,
лист более такой, как веерообразный. Конечно, можно подобрать, что здесь, но что я хочу сказать, это пальма, тоже из семечка выращенная. Будет вам интересно, потому что в Сочи, это из Сочи, в Сочи привезли с юга 150 видов пальм. Из 150 видов пальм всего 15 пальм зашло. Мы, когда отдыхали в Сочи, мы взяли не прям пальмы, а под пальмами семена. Мы взяли несколько семян, несколько видов. Только три вида в Курске у нас зашло. Мы посадили в горшок, очень долго, 2 месяца сходило. Я уже думала, что все, семечко, то есть сгнило. Стала раскапывать, росток идет следующим образом, чтобы вы знали. Идет вниз, росток не вверх, отсюда пальма. Отталкивается и потом вверх идет. Чем характерна пальма? Она в течение дня меняет цвет, то есть она очень хорошо энергетический баланс создает. Если она получается темного цвета, то фактически она готова нам дать энергию. Вам не хватает энергии, вы скажете, и она это чувствует, вы подходите к ней, руку всегда на тепло чувствуете, она вам отдает энергию. Но она бывает и светлее. Это значит, она готова принять у вас так, отрицательную энергию, то есть лишняя энергия, которая скапливается, также у нас бывает. То же самое. Поэтому это естественный природный баланс. И пальма уникальна тем, что вот именно она это делает в течение дня. Поэтому, заведя пальму, единственное, что, наверное, на юге ей хорошо, вы можете свой баланс, как вот лавровый лист дезинфицирует помещение, то есть выделяет витамины очень сильные, как типа вот лук относится это, так пальма, она очень хороший баланс энергии держит. Вот, поэтому знайте это, помните это и можете пользоваться. Ну а так, соответственно, здесь, естественно, мы... И помните, что будете на юге, не бойтесь брать семена и экспериментировать. То есть сажать, если они прорастут, в наших условиях они выращивают. Вот как было с листом лавровым в семенах мы сделали, так же и с пальмой. Нам просто было как исследователям интересно не покупать готовые растения, а именно из семечка вырастить. Мы считали, что это будет на самом деле более они крепкие. И они действительно растут высокие, потом не падают здесь вместо, а потом, конечно, уже уйдет. Но такие, как юка, пальма, если до 4-го этажа с вами дойдем, то же самое из маленького растения, что юка, выросла какая пальма, еще у нас тоже самая привезенная с юга. Вот. Ну а мы сейчас с вами пойдем на следующий этаж. Вот, посмотрите внимательно, юка, то же самое, из очень маленького, там сантиметр или полтора. Было растение, срезали аккуратно ножичком, вот, и привезли, и оно... Действительно выросла и цветет. Она выпускала метелки у нас перед Олимпиадой. Вот 8 лет назад даже 2 колокольчики белые, это очень красиво, но она ниже, конечно, была. Сейчас ей, естественно, может быть, света не хватает, но в любом случае, посмотрите внимательно. А ствол у нее, вот получается так, если представить вот так вот, по тангенсоиде изогнулся, вот если вы оси прочертите, и сделайте, то у вас получается ствол как функции, даже тригонометрические можно увидеть. И представляете, в ряд растущие эти пальмы, даже с периодом, это действительно очень красиво может быть, там где-то климат позволяет, конечно. Обратите внимание, и вот здесь, рядом с ней, фикус, посмотрите, какие листья. Вот, поэтому листья эти то же самое вы можете измерить. У меня где-то получается лист, так, сейчас мы линейку так. О, ну тут очень большие, да, у меня где-то будет по линеечке больше, даже у меня маленькая линеечка здесь. Тут, наверное, лист 17 будет, а ширина его получится 13, да. Если вы хотите более точно, конечно, штангенцирк для измерения всего есть, в зависимости от точности, что вы мерите. Ведь, может быть, если для какого-то лекарства кто-то делает, так микроскопическое растение, так там вообще совсем другие, то есть измерительные приборы. Вот. А здесь пока для того, чтобы для тренировки, чтобы вы видели, что совпадает, допустим, эллиптическая форма с листом, вы очень можете убедиться. Вот. И посмотрите, смотрите, вот эти листы можете перефотографировать, как раз таки не перефотографировать, а переснять, сделать, посмотрите, линейки у вас есть. И еще один лист, фикус, занести в исследование. А так сами уже по выбору. И, конечно, фотосинтетическая активность, площадь листа довольно большая здесь. Посмотрите, его непосредственно идет. Поэтому, пожалуйста, измеряйте. Очень хорошо. Это уже у нас сегодня такого занятия у меня еще. Thank you.
если какие-то вопросы есть, то спрашивайте, что как измерить. Потому что мы как раз... О, все. Если мы оси, вот у вас прям парабола идет, видите, да? Если ось провести, вот так у вас x, вертикаль будет y, то получается y равняется x квадрат. Даже в такой она уместится. Посмотрите, а сами непосредственно ветки растут вертикали, как модуль x. Мы тоже выполним эту функцию сегодня. Вот веточки, смотрите, и вот здесь раз модуль x. А если оно вот так идет, ветка, и дальше, это то есть еще... корень квадратный из модуля x. А вот здесь, посмотрите, вилковая зона, а потом она вот так расходится. Вот, я измеряла и делала функцию. Это будет корень квадратный, 2 умножить на модуль x, чтобы две стороны для положительного и отрицательного x подходит. Поэтому проявление растений, и заодно сразу скажу, посмотрите, про фрактальность развития. Вы, наверное, слышали фрактальность, что это такое? Растение не одним листом, смотрите, развивается. Видите, у него розетка. И когда появляется маленькая совсем, посмотрите, я разверну вот сюда цветок. Посмотрите, перед праздниками вот появились у вас буквально этой малышке, наверное, 2-3 дня. Вот это было уже подросла, вот здесь подросла. Видите, оно сразу листом, то есть программа фрактальности заложена листом, она развивается вот этой розеткой. Не так, что один, второй лист появляется, нет. Как человек появляется, он уже с программой появляется. Мы по программе человека, ну, конечно, культурно и так далее, имею в виду, должны развивать. Уже по программе человека. Фикус по программе фикуса. Все деревья, то есть имеют свою цельность. Вот эта ассоциативная целостность, которая каждому присуща. И мы узнаем, почему. Растение по человеку, по его цельности. Понимаете? Поэтому сейчас мы тебя повернем, чтобы ты у нас смотрите растение, чтобы действительно... Потому что вот так хорошо, видите, он уже был, и солнечная сторона обрастает. Ну, вот так вот сделаем. Поэтому посмотрите внимательно. И здесь сейчас весна, начинается обновление. Здесь, посмотрите, сколько новых листьев появилось. И тут очень маленьких листов, очень много внутри появилось совсем, совсем маленьких листов. Они уже вот маленькие, есть совсем настолько маленькие, что они тут еле видны внутри там. Вот. Но в любом случае очень сильное обновление идет и начинается сокодвижение, видно, у растений. Поэтому вы садоводы, любите природу, и все вам это важно. Вот, видите, да? Поэтому мы параметры не замеряем, потому что мы разные будем давать у параболы. Все, ну вот проявление, все означенные линии, которые мы хотели показать, я вам хотела. Все, сейчас мы вернемся с вами в аудиторию и нарисуем, я как раз задание, да, практическое, что у вас к зачету войдет, что нужно будет вам сделать. Смотрите, мы с вами записали проявление функций в растениях, в живой природе, и сейчас, посмотрите, вы измерили листы, что нужно будет сделать. Форма эллипса, самое простейшее уравнение, посмотрите, имеет ли эллипс x квадрат на а квадрат плюс y квадрат на b квадрат равняется единице. Так вот, измерив длину и ширину, мы измерили фактически а и b. Каким образом? Сделали вот сюда график. Как вы будете рисовать то, что у вас есть? Вот у вас x, y. Еще раз повторю, на YouTube посмотрите линии второго порядка и краткие видео, где с растениями связаны и рисуется эллипс. Это у вас как раз дополнение. Итак, посмотрите, когда вы измерили, у вас получается А, большая полость, вот у вас будет А, а здесь у вас будет минус А. Здесь у вас будет Б, здесь у вас будет минус Б. Такая без масла. И рисуйте, смотрите, прямоугольничек. И вот этот прямоугольничек, как касательный, сюда вписываете, вот у вас лист будет, эллипс. Сюда. Посмотрите, что мы измерили с вами. Вот это у нас было с вами 2b.
Ширина листа 2b. Допустим, чему у вас равнялась ширина листа? Кто-то мне скажет, какие там данные? 3,2. 3 и что? 2. 3,2, да? Давайте вот так очень много. 3,2. Теперь это у вас 2b. Значит, отсюда вы можете b найти. B будет равняться 3,2 делите на 2. Это получается, что у вас 1,6. Вот у вас b будет 1,6. Сейчас мы выполним конкретно вот это количество. А теперь 2а. 2а чему равнялось у вас? 8,5. 4,8. 8,5. Да, смотрите, 8,5. Конечно, для простоты можно было округлять, но вы правильно сделали, что точно померили. А получается равно 8,5 делите на пополам. Это получается 4,25. Значит, а у вас, смотрите, получается. А это вот это, 2а это полностью, вот это получается величина, а это будет как раз большая полуось. Итак, давайте с этими параметрами выберем масштаб и построим, значит, этот эллипс конкретно. То есть у вас получится, и так каждый свой эллипс построит. Смотрите, чтобы масштаб у нас все вместило, здесь 4, 25 сотых, значит 5 я сделаю вот так. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы читаем. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. А у вас клеточка, у вас это вообще не получится. Минус 5 будет у меня. Теперь здесь у нас на 1,6, то есть мы... также у нас 1, 2, минус 1, минус 2. Смотрите, прямоугольник откладываем в 1,6. Вверх у нас вот 1,6, да, чуть вверх идет. Здесь минус 1,6. Видите, у эллипса 4 вершины. Так, и здесь у нас, смотрите, получается 4,5. Вот наши 4. А, 4,25. Значит, 4 и четвертинка еще. Вот здесь будет. И здесь минус 4 и четвертинка. Итак, выписываете прямоугольник, рисуете. Только каждый для своего листа размер делает. Здесь 1,6 у нас, чтобы просто представили. Итак, в этот прямоугольник, когда вы сделали все, вписываете, вот у нас лист какой. Прямо так касательно идут. Аналитическое можете составить. Смотрите, x, y текущие координаты, а, b у вас уже известны. И вот для конкретного листа данного, вот то, что у нас есть, у нас с вами получится, посмотрите, x в квадрате, разделить прямо на a в квадрате, вы можете сделать, смотрите, вы можете 4,25 перевести, чтобы более красиво было. Такую дробь, смотрите, 4,25, неправильно, это будет, значит, у вас получится 4,1, да? Или это будет, смотрите, 17/4, неправильная дробь, просто покрасивее уравнение само было. У вас получится x квадрат разделить, а здесь будет, смотрите, 17 на 4, я прям так сделаю, да? 17/4 в квадрате, вот так это сделаю. Потом от трехэтажной нормальную дробь запишем. Плюс 3 в квадрате разделить. А b, смотрите, b у вас. В данном случае а больше b. b будет равняться, посмотрите, 1,6. Ну, 1,6 тоже можете неправильно. Можете так написать. 1,6 в квадрате, 4,25 в квадрате. Тоже будет правильно, равно единице. А можете тоже перевести 1,6. Это будет 1,2 сократить. 3/5. Или это будет 5/8/5. Да? 8/5. Вот. А 8/5 в квадрате тогда. 8/5. Я пишу в квадрате. Тут целое у нас будет в этом смысле.
16. Я сюда могу перенести. У меня получается x4, вот 16x в квадрате разделить, ну, на 17 в квадрате. 17 в квадрате можно развести в квадрат. Потому что там будет плюс. Смотрите, в квадрате 25y в квадрате. Я перейду к таким. 8 в квадрате это 64. Равно единице. То есть, чтобы вы понимали, что эллипс может так быть задан, но чтобы АВ найти, нужно вот к такому виду свести и сопоставить. А квадрат, Б квадрат найти. А соответственно, А и В это будут как корни квадратные. Поэтому вот у нас получается, мы сразу с вами А и В находим. Вот 17 квадрат, чтобы вот в квадрат. Возведите, и у вас получится. Сколько это будет, уже окончательный вариант. Видите, чтобы видеть, что эллипс в таком варианте может быть задан. Вот. Сколько у нас будет 17 в квадрате? Возвели, есть у вас? В конце концов, если есть специальный метод, вы можете, помните, 20 минус 3 в квадрате можете сделать. Смотрите, заодно и повторите формулу сокращенного умножения. 20 минус 3 в квадрате, квадрат первый, это будет 400. Минус удвоенное произведение, первое на второе, это будет 120, да? 40 на 3, 120. И плюс квадрат второго, плюс 9. Это у вас получится. Там, 400 отнять сколько будет? 300. 389. Подождите, нет, 300. А отнимайте еще 120. 20. Что получается? 289, да. 289. Поэтому смотрите, окончательно. Что из-за пояса надо следить. Пусть это он мне не будет мешать. Смотрите. Смотрите, что получается. У нас будет 16х в квадрате разделить на 289. Чтобы вы понимали этих чисел. Плюс будет 25y в квадрате на 64. Чего это зависит? Это зависит от эксцентриситета. Есть такое, у эллипсов есть два фокуса. Вот фокус, посмотрите, вот здесь 1F1, и здесь F2. И фокусы характеризуются, посмотрите, F1, если на оси Х находится, у него координата С, 0. А F2 имеет координату минус С, 0. Как найти это С? С находится... Корень квадратный из квадрата большей полуоси минус квадрат меньшей. То есть А квадрат на этом случае минус Б квадрат. И у нас, чтобы С найти и посчитать сплюснутость эксцентриситет, потому что эксцентриситет, вы можете подписать рисунок 1, лист, чего вы там делали? Лавровый. Лист, лавровый лист, да? Лист, лавровый, лавровый лист, да. Лист, лавровый, хорошо. Вы сделаете так. Смотрите, у вас получается, эксцентриситет будете считать. Для чего вам С надо? Это будет как С разделить на А. Нам нужно С найти, это сплюснутость. У эллипса она от 0 до 1 измеряется, потому что расстояние С, смотрите, это вот. Сейчас мы С посчитаем, мы фокусы наметим. С это вот это расстояние, вот оно. Это от С, вот это, да, фокуса. А 2С это расстояние между фокусами. 2С, это вот тоже С. Итак, мы считаем, в нашем случае, смотрите, получается, корень квадратный 4,25 в квадрате. В квадрате мы отнимаем, смотрите, b квадрат, 1,6 в квадрате. Равняется. Ну, это посчитать надо. Так-то грубо, конечно. 16 минус 4, корень из 12. Если грубо я округлю до 4, это до 2. Вот. Ну, давайте, можете посчитать мне. 4,25, там где-то будет 16, минус 4, 12, 2 корня из 3, 3, 4, где-то 4 с чем-то, вот около 4, чуть 4 больше, побольше 4 с чем-то все вместе. Если у вас можете посчитать, да, смотрите. Так, калькулятор или с помощью смартфона, посмотрите.
У нас раньше были калькуляторы как раз-таки с функциями, и память, они почти как мини-компьютеры были, прям в руках, и все можно было посчитать. Но сейчас такие есть. Нам цену нужно знать. Чтобы не гонять, вот у нас, конечно, можно вот квадрат уровня сведения 289 на 16, это 64, 25, а нет, все равно нужно действие делать. Вычислил кто-нибудь? Посмотри, у вас же есть на смартфонах, обучаетесь это делать, или калькуляторы приобретаете с функциями только сразу. Чтобы время не тратить, наверное, смотрите. Я, например, прикинула, где-то около 4 будет, или чуть больше 4 с чем-то хвостиком, или чуть меньше, но близко к 4. Что получается? Получается так, 3,900, так? О, 3,93 сотых, да, 3,94 сотых. Да, но я тоже близко к 4, 3,94 сотых, я вам видела, 3,94 сотых. Промежуточные там есть записи у вас, да, правильно, промежуточные. А, ну все, промежуточные сами посчитайте, вот это уже оставите в квадрате, минус это, вот приблизительно 3,94 сотых. Видите, я довольно-таки грубо прикинула правильно, или чуть меньше, около 4. Итак, тогда С, смотрите, равняется эксцентриситет, равняется С, получается 3,94, делите на А, на 4,25. 4,25. И что у нас получается? 0 целых. Вот для эллипса можете отметить, для эллипса эксцентриситет меньше единицы, но больше нуля. Смотрите, вот у эллипса фокус, у окружности фокусов нет. И там С 0, там эксцентриситет у окружности будет 0 равен. У параболы эксцентриситет единицы будет равен. У эллипса от 0 до 1, у гиперболы больше единицы. Поэтому здесь, вот смотрите, 0 целых получается сколько? Так, тут получается 0,93. Сколько будет у вас? 0,93 получается. А, так, 0,93 сотых можно взять. Это сотых какой-то, 93 сотых. Итак, 0,93 сотых. Посмотрите, у нас эксцентриситет. Таким образом, у нас довольно, смотрите, чем больше к единице, тем больше он вытянутый будет. Чем больше ближе к нулю будет эксцентриситет, тем более круглый он будет, типа эллипс. Видите, как у больших лесов, фикуса, там чуть ли не это, они вытянутые, но настолько. То есть округлость будет, может эллипс, смотрите, лист вытянутый вдоль оси Y. Тогда фокусы будут иметь координаты 0, С, 0, минус С, то есть располагаться по оси Y. Вот это первое задание, то есть найти, нарисовать вам этот лист, если помните лист, подойти, приложить, это можно, умею, у вас совпадает, вот, и посчитать, смотрите, найти линию самого эллипса, как задается эта функция, получается, она у нас линия второго порядка, второго, потому что, видите, квадратом у нас все идет, все, и когда мы определили эксцентриситет, то у нас есть еще полярная система координат. Но полярная система – это как раз вот филодендру. Вы в такой системе не выполните ее. Вот. И сейчас мы ведем, поговорим об этом. Сейчас вопрос есть, что по эллипсу делать, каким образом? Нет, да, все понятно, что у вас получается, что у вас этот момент не вызывает затруднения. Значит, это первый этап. Второй этап – вот полярную систему координат. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Сейчас введу так. Есть у нас. Угу. Я скажу, звонили уже. Так, значит, посмотрите, сейчас я введу полярную систему координат, и что у нас с кардиоидой, когда линия в виде сердечка у нас получилась с вами делать. Так, это декартовая система. Если мы минус меняем, то мы гиперболу получаем. Мы гипербола в растениях, она встречается, но уже когда одна ветка вот таким образом, где-то вторая уже, допустим, согнулась. То есть я в здоровых растениях не особо не видела гиперболу. А в развилках дорог видела ее. Но сейчас я хочу полярную сразу ввести вам в систему координат. Давайте мы его уберем. Все это у нас понятно. Итак. Если в декартовой системе, смотрите, у вас x, y есть, то в полярной
полной системе координат. А там будет полярная ось, и у вас получается и расстояние, ρ и φ. То есть там же будет задаваться двумя, как здесь x, y координатами, то там двумя параметрами, ρ и φ. Ну, давайте вот сюда, как бы сохнет у вас. Ну, вот здесь. Итак, полярная ось, смотрите, она вводится, вот P обозначается. Это начало, полярная ось. Итак, если мы возьмем с вами, смотрите, точку, то точка будет, вот все, полярная система координат имеет как раз таки полярную ось, начало и направление ее. Нуля такой. И, смотрите, вот точка, надо описать в полярной системе координат ее положение. Это, смотрите, соединяют начало вот у вас полюса, полюс соединяют с точкой. И вот это получается расстояние у вас ρ. Оно отличается расстоянием. А угол, посмотрите, угол φ. Итак, если мы зададим точку с координатами m, она ρ и φ имеется. Расстояние и угол. Можно сказать φ и ρ, потому что сначала угол отличается, потом расстояние. Посмотрите, связь, конечно, есть между полярной системой координат и декартовой. И линии можно строить в полярной системе координат. Каким образом? Задают таблицу ρ и φ. Вот у нас, когда филодендра, когда я сказала, что выполняется длина и ширина близко, чтобы эту схему укладывалась, тогда будет иметь она вид. ρ будет равняться, посмотрите, а, запишите, скобка единица минус косинус фи. Вот, допустим, такую линию нам построить надо. Фи изменяется от 0 до 2 пи. А вообще может изменяться от минус до плюс бесконечности. Можно крутить сколько угодно. Спираль Архимеда, вот эта закрученная как раз в одну другую сторону, это как раз фи изменяется. Вообще, мы смотрите, от 0 до 2 π, это у нас целый круг пройдет. Но бывает так, что дальше у нас зависит. Например, такая функция может быть, смотрите, ρ равняется альфа умножить на φ. Мы увеличиваем φ пропорционально, какая-то у нас альфа константа. Мы увеличиваем φ, и ρ увеличивается. Поэтому это у нас будет вот так, можете построить, посмотреть там. Так вот, у кого филодендра, смотрите, а, вы измерили, это будет 2а у вас, вы поделите вот то, что было, сейчас мы построим линию, вы увидите, что мы измеряли 2а. Делаете таблицу, вот мы сейчас выполним в полярной системе координаты филодендру, что у вас там получилось, вы мне скажете. У нас получается ρ, вот здесь равняется. Скажите, у вас вот эта длина чему или ширина 2, что получилось там, кто сказал? 12 или 14, что у вас там было? Помните, вы сказали, 12. Листы очень похожи. 12. Сколько? 12. 12, да? Значит, делите пополам, получается 6. Запишите. Значит, у вас будет, смотрите, а вы находите как 12 пополам делите, да? Вот что у вас есть. Вот я запишу так. У нас 2а получилось 12. Значит, а у нас получается 12 умножить 6. Вы пишете, смотрите, 6 умножить единица минус косинус фи. Угол фи вы от 0 до 2 пи. Но вы видели, фигура симметрична. Можно от 0 до пи дать, а потом симметрично полярной оси построить это полюсу. Мы так и сделаем. Давайте таблицу нарисуем. У нас фи будет и ро считать будем. Фи у нас получается, смотрите, 0 градусов возьмем от начала координат полюса, так, 0. Потом что можно взять? 30 градусов, пи на 6, 30, 45 градусов, пи на 4. Потом что у нас? 45, 60 градусов, пи на 3, это чтобы поточнее построить ее. Пи на 3, затем пи на 1, можно 90 градусов. Потом можно 120 градусов взять, да, 2 третьих пи. 120, ну, можно и 120, потом, что у вас, 90-60, 150 взять, а можно уже еще как раз пи взять, что оно там будет, пи давайте возьми, соединим. Все, вы даете, смотрите, вы даете значение.
выразим на параллельной оси, только расстояние, как и у нас было, 6, да, соизмеримо, чтобы уместился лист. Опа. Вот здесь полярную ось сделаем. У нас сначала он будет, и все, ну, я продлю, у нас она будет туда, пойдет располагаться. Итак, P начало, полюс. Итак, даем начало, смотрите, фи равняется нулю. Косинус нуля чего будет равняться? Помните? Единицы. Смотрите, косинус нуля единицы. 1 минус 1 это будет 0. Тут будет 0. Значит, смотрите, при фи равном нулю, 0 имеется. Вот прям полюс будет начало исходить в нашем начале полюса. Теперь. Дальше, прикинавшись, косинус 30 градусов к чему равняется? Он корень из 3 на 2. Помните вы или нет? Корень из 3 на 2. Косинус, вот, корень из 3 на 2. Да? Корень из 3 на 2. Корень из 3 на 2. Смотрите, это приблизительно, она надо единица минус. Вот, чтобы вы поняли, как я считаю. Я считаю, вот, например, фи равняется, ну, нужно понять, смотрите, ро у нас будет. Вот ро 1 мы посчитали, вот этот лист с собой. Смотрите, посчитали. Ро 1 равняется 6, мы так и видим все время. Единица минус, вначале мы фи дали 0, косинус нуля. Это понятно было, но мы прямо не делаем, вам не совсем понятно. Косинус нуля это будет единица. Мы получили с вами 6. 1 минус 1 будет 6 на 0, это будет 0. И это поле отметили здесь, вот он 0 идет у нас. Дальше мы, смотрите, делаем ро 2 считаем. И расстояние у нас получилось вот 0. Ро 2 считаем 6, у нас будет единица минус косинус, теперь берем пи на 6, 30 градусов. Косинус и на 6. У нас получается, смотрите, 6 умножить единица минус косинус пи на 6, корень из 3 на 2. Ну, приблизительно надо посчитать. Приблизительно будет 6 умножаем, корень из 3, 1,7, да? На 2. Это будет где-то 0,85, да? 0,85. И от единицы отнимаем, вот здесь мы можем отвечать, единица отнимаем, но здесь будет, смотрите, 1,7 на 2, просто считать это уже нужно. 1,71, ну где-то будет равно 6,7 единицы минус, получается, 0,85. Приблизительно 6 умножаем, единица отнимаем 0,85. Это будет 0,15. 15, да? Да. Умножьте 6 на 0,15. Это будет 6,5, 30, 9, 2, 0,9, правильно? Смотрите. Это получается, откладываете 30, смотрите, от полярной оси в противоположном направлении, положительное сюда у нас идет, да. Это положительное направление фи. Откладываем 30 градусов. Вот у меня на луче 30 градусов, смотрите. Вы откладываете расстояние 0,9. Ну, вот тут надо взять масштаб, единицу масштаба давайте выберем. Пусть так у нас самое большое будет, когда это 0,6 будет, да, чтобы у нас, ну, так уместилось. Вот единица, если масштаб вот такой выбор, значит, вы откладываете где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6 у вас будет, да? 5,9. Наоборот, единица, 0,9, это вот у вас точка будет. Поехали. Вот она точка. Смотрите. Первая вот, вторая вот. Правильно. Потом будете соединять. Вот он как раз получится у вас листочек. А дальше. На луче, следующий луч у вас будет, можете взять пи на 4. Пи на 4 у вас будет, это 45. Это будет корень из 2 на 2. У вас получится, ро 3 равняется 6 единиц минус корень из 2 на 2. Возьму спи на 4. Это будет равняться 6 единиц минус, да, корень из 2, это будет 1,4, да? 2,0,7, приблизительно. Это будет, смотрите, 6 умножить на 0,3. Это получится 1,8. Итак, смотрите, на луче, когда 45 градусов, подумаем 45 градусов, вот это будет у вас 90, потом давайте 90 черчу. Но
луче 45 градусов. Вы откладываете 1,6 у вас получается сантиметр, 1,8 сантиметра. Ну, где-то если два, так у меня вот так. Смотрите, вторая точка. Вот у меня раз точка, два, три точка. Луче. Здесь угол у меня 30 градусов, здесь угол у меня 45 градусов. Теперь я беру угол. Так, это получается, ну, пошло, что я не пишу. И наша жизнь это было у нас сколько? 0,9. Так, здесь у нас получается 1,8. Теперь я беру 60 градусов. Ну, можно сразу, смотрите, пи надо, давайте 90 градусов взять. Косинус 90 градусов чему будет равен? 0, косинус 90 градусов. Значит, получается ρ равно 6. Вот на 90 градусов у нас 6 будет. Самое как раз большое сюда. Получится. Итак, ну если постепенно эти пи на 3, да, 60 градусов это будет вот здесь у нас, это я 45 отложила, 60 сюда пойдет. И ну, луче 60 градусов у вас будет, ну давайте сюда, ρ 4 равняется 6 единица минус, так, косинус 60 градусов 1 2 равняется, 1 2, значит будет 6, умножить на 0,5. Да. А это будет что у нас? 3. Да? 3. Смотрите, вот здесь будет 3 единицы откладываете. Вот у вас 3 единицы. А тут, то есть вы масштаб когда выбрали, вот у вас получается 1, 2, 3 единицы откладываете. Теперь при 90 градусов это будет 6, потому что косинус 90 градусов будет равно 6. Так, при пи на 3 это будет 3, а это будет 6. При пи на 2. Откладываем 6 единиц у вас. Единица масштаба. 1, 2, 3, 4. Ну вот у меня получается, я хотела, чтобы уместилось, но... Так, перпендикуляр вот здесь. И на перпендикуляре 1, 2, 3. Итак, 4, 5, 6. Ну вот здесь точка у нас таблицу вырезает. Лист. А теперь смотрите, мы можем, конечно, сразу припить. Припи у нас получится. Косинус пи это что будет? Косинус пи это минус единица. Вспоминаете трилиндрический круг? Это минус единица. И получается, при... смотрите, так, ρ пятая у нас получилось 6 умножить единица минус косинус пи на 2 0. У нас получилось 6. Да? 6. Ну, смотрите, вы посмотрите, 120 градусов, когда... А смотрите, при пи. При пи это будет минус 1, у вас получится, смотрите, ρ. Давайте это пятое, шестое вы сделаете, седьмое у нас, кстати, будет 6. Единица минус косинус пи. Косинус пи. Это будет минус 1, получится 6. 1 минус, смотрите, минус 1. Это будет 6 умножить на 2. Минус на минус, да, сам плюс 2 будет. 6 на 2, это будет 12. Вот, посмотрите, вот когда пи будет, а пи это вот у нас идет сюда. Здесь получится 12 аж будет у нас. Сделайте это. Раз, 2, 3, 4, 7, но я уменьшу, 8, 9, 10, 11, 12. Вот у меня получается точка. На продолжении полярной оси. Все расстояния положительно помните. Ну и где-то на 120 градусов, а 120 это будет 90 плюс 30 градусов. Но где-то кроме верхней будет у вас точка. То есть если мы соединим плавно, ну где-то вот здесь оно будет меньше, чем 12, можно посчитать само это значение, сколько отложить. Косинус 120 градусов. Это будет у нас 90 плюс
30 градусов, да? Вот, как синус 30. 1/2 это, наверное, будет 3 у нас равняться. Надо посчитать. Где-то вот так. Здесь, чтобы не ошибиться, лучше подробно. И смотрите, в эти точки мы... Может, там больше будет. Смотрите, эти точки вот эти все соединяем. Вот он получается, часть сердечка у нас как бы. Сюда идем, сюда. И вот так. Смотрите. Это плавно идет. Тут никаких изгибов нет. Вот эту точку 90 градусов. Вот она там плавно пройти. То есть без всяких изгибов. Смотрите, она плавненько идет. Сейчас идет. Она кругленько идет у нас. Просто масштаб выполнить эту красивую. И у нас получается вот эта часть листа. Вторая часть листа, вот как раз мы построили по точкам, полярной системе координат. Вторая часть листа просто отражается симметрично здесь. Также можете продлить, конечно, строй или противоположную давать. Вот это плюс, минус 30, минус это. И с учетом того, что косинус четная функция, она косинус будет равняться самой себе. Поэтому получается, вы вторую часть вот таким образом вы делаете. Смотрите, у вас получается, куда она уходит, и вот так она идет. Но у меня немножко лист туда, видите? Вот, она будет получаться, вот если в масштабе просто можно было уменьшить масштаб, да, взять единицу поменьше, чтобы у нас входило это. А вот так получается у нас. Ну, я ее кардиоиды называю, так она, когда я филодендр померила, они все листы, но вот есть листы, где... Вот именно почему я говорю, что здесь так и получается, видите, А, 2А, должно быть прямо вот это вот как раз 2А. Вот где подходит, то они очень хорошо ложатся вот в эту схему. Можно полярно описать. Да. А отсюда, смотрите, площадь. Да, кстати, если к площади перейти, то эллипс, он аккуратно выводится, и площадь, чтобы вы знали, листа посчитать, когда эллипс задан, то площадь будет равняться пи умножить на АВ, на вот эти полуоси. Смотрите, как просто считается площадь листа эллипса. АВ – это полуоси, что мы с вами как раз сделали. И если посчитать площадь, то у эллипса, то у нас получится с вами, в данном случае, пи умножить на А. А у нас с вами сколько было там? 4,25, да? А B у нас было 1,6. Посмотрите. Вот для данного листа перемножьте. Пи это 3,14, я напомню. Пи 3,14. Это иррациональное число. Но берут. Иногда даже 3 берут. Это грубое округление. Смотрите, что вам нужно. А так 3,14. Таким образом, вы все перемножаете. В результате у вас, смотрите, получается приблизительно 3,14 умножаете на 4,25 умножаете на 1,6. Вот, перемножьте, что у вас получится? Это около 20, наверное, да, там 12, это 2, может, меньше. Если там ядки 12, а тут примерно меньше. Вот, посчитайте, перемножьте вот эти все. Это для того, вот для этого эллипса, чтобы какая площадь у него. Мы сразу узнаем площадь листа. Сейчас есть программа, прямо поднесешь он в фирмах продвинутых лист, кому нужно исследование проводят там. Лист подносит, он сразу площадь считает. И я подозреваю, что там, где можно лист функции заложить, там так и заложено. А так специальные методы вы, наверное, проходите по биологии или по агрономическим дисциплинам, как мерится, сетка накладывается. В общем, разные методы существуют. Ну, в данном случае можно вот таким образом довольно точно посчитать. Что у нас получается? 21,3. Сколько? 21,3. 21,3, да? Вот. Ну, давайте напишем. 21,3. Ну, а где-то от 12, да, 24, значит, меньше около 20, вот 21,3. Это квадратных сантиметров, смотрите. Итак, посчитав, а это фотосинтетическая активность меряется, солнечная, как раз вот это у листьев, очень важный фар является показателем для его жизнедеятельности листа. И можно сравнить, смотрите, у вас лавровый лист есть, вы сделали, посчитали. У вас есть у шиферы, один из листов вы посчитали. И для фикуса можете посчитать. Здесь, конечно, площадь в полярной системе координат будет считаться по формуле, посмотрите. Вот у нас следующее, будет равняться 1/2 интеграл ρ квадрат.
у вас получается. Можно удвоить, а чтобы не от нуля до двух фибр, а от нуля, допустим, до пи. Тогда вы удваиваете, площадь просто удвоите. У вас получится, посмотрите, тут от нуля до двух пи. От нуля до двух пи. А можно посчитать с учетом четности, то есть что у нас симметрично полярная оси. Тогда площадь будет равняться. У нас удвоим это, только от нуля до пи возьмем. У нас получится интеграл от нуля до пи ро квадрат до пи. Вот от нуля до пи. А ро квадрат у вас будет вот величина. 36 подставить, не целью способ квадрате, квадрат, там интеграл можно взять, будет, конечно, посчитать. Вот. Если есть, то можно будет посчитать, сделать вот такой вариант у вас. Если нет, то можем потом вернуться попозже и сделать. Вот так обсчет. Вместо ро потом подставите, только 36 получится, не целью способ фи в квадрате, распишите квадрат, возведете, распишите и взять, останется только интеграл. Ну, будет затруднение, мы вычислим, выполним. А так у меня в коротких видео есть, и, по-моему, даже на такую функцию, вот именно на эту и подсчитано, даже площадь и все подсчитано. И там сравнительный анализ даже сделан в одном из видео, поэтому посмотрите. Ну, те листы, которые у меня были для расчета, у вас ваши листы будут и ваши исследования. Вот. По каждому листочку, даже короткому видео, вы можете сделать, можете статью сделать, потому что это нигде я не видела, нет такого подхода. Вот, написать, сколько в компьютерном варианте набрать, страничка 5, сколько получится, это исследование, это вам внизу сразу даст. Вот, что-то про растение самого написать, что-то это. И если у вас получится 2-3 страницы печатного текста, на почту отправить, мы прокрутим новизну, если новизна есть, мы можем сделать статью, журнал. У нас конференции бывают, вот, бывают студенческие, по-моему, бесплатные конференции. Просто, вот, если новизна хотя бы 50%. Если вас это интересует, то вот таким образом можно будет сделать вот с материалом. Вот, только в компьютерном варианте набрать все, ваши исследования и по-любому из растений. Можете в сравнительном анализе сделать. Вот. Сейчас скажите, ко мне вопросы есть? Нет. Нет. Задание понятно, что выполнять надо? Все, да, спасибо за внимание. Вы сегодня активны были. Ну, я пока закончу. До следующего занятия.